Кидаю к себе. Восьмую пати. Конец этой кнопки кликать не буду, заебался. Пошел нахуй этот холик на спек удалить, чтоб никто про него не знал. Там кто-то уходил, Мистерио, по-моему, уходит, да? Нет, я на дримботок. А. У меня просто КД я сегодня с пугами повесил. Так. Все, есть что у меня холика нету больше. Я и шмот распылил. Угу, конечно. И шмот распылил, спек удалил. Да. И сам руки забыл. Да и все, нахуй, давайте. И сам распылился, блядь. Максим, что я могу это вешать ПС-очку? Все. Грибай, не хочешь похилить РС-ку? Так там же этот зайдет. Давай, да, сейчас синтек. Похилишь вместо Акисы, он двадцатку дает. Локи есть в РСК? Есть штука подлета. Никого в РСК нету, блядь, вы чё? Ой, а сколько у тебя там в ДЦшнике анбафом СПД, ты говорил? Ой, я не помню. 1004, наверное. Давно уже на него не заходил. Чешку выбил, не заходил. Молодец. Две чешки, это что? А, две чешки. И такая, и такая. Че, где Луки? Химиса, залетай там. Так, бидон. В РС-ке, в РС-ке. Там будет меточка, короче. Стой, а, сбоку. Нихуя. Эти кто нету. Мне любой трэш нужен. Короче, Сёма, ты там арку себе выбил? Все, ты теперь холик. Давай. Сука, а есть луки с камнями, блядь? О. Пошли, блядь. А, вон, имя имён зашёл. Может, у него есть. Сейчас суманем всех, хули в 5 человек трэш бить. Там вообще-то камень снаружи стоит. Ну да. На вас надеялись. Знаешь, блядь, два носка нахуй. Там, вот как ты бежал на шар, такая же хуйня в РСке была. Только на другой шар бежал челик. Где-то на Х2, короче. Ну вот, начинается эта хуйня лезвия, короче. Первую метку выносит. И вторая одновременно с лезвиями, нахуй. Ну и, короче, метка на него вешается, блядь. А у него, короче, то ли гоблин, то ли чё. И он вот этот прыжок реактивный делает.
и лезвие начинается, и он прям в этот шар, нахуй, который луч испускает, блядь. Прям в него прыгает, нахуй, с этой линии. Подожди, только гоблины могут прыгать. Ну, и он прыжок этот сделал, ебать. Мы усывались там, нахуй. Просто тип, ебать. Хорош. Ну, хорош прыгать. Я, блядь, я почему летел-то? Я блинк нажал. Там, блядь, платформа начала падать, и я блинк нажал далеко. Тоже знал, блядь, что я в нее прилечу. Тоже знал, нахуй, конечно. Ну, прославился парень, видите, как заебись. У меня такая же хуйня была. Тоже блинк делаю сверху. Короче, спекнись тут ранник на этот, на трэш. Подсобить, а то вдруг что там. Так долго сумонитесь, пиздец. Да. Пошли трэш бить. Дашь мне каску повару? Дурайся. Ой, зачисли грим батоку за целка? Да, вроде начислял. Же вроде начислял. Да, есть. А, есть у нас. Извиняюсь, что это. Мне, конечно, неудобно. А ЕП за голду было? Да. А кто? Ничего не а кто спрашивает? Сейчас посмотрю в блокноте. Так. Да, блять, было. Рун, синтек, да, есть. Понятно. Мы сделали песню, но вы ее слушать в игре не сможете, нахуй. А так можете. Не, мы ее можете слушать в игре, просто записать не сможете. Да. Я что-то хуйню сотворил, блять, ладно, плохо. Да, памяти не так много на диске осталось. 130 гигов там что-то. А надо же эти видосы записывать, которые вот мы играем. И те видосы там, видосов 5. А у меня, сука, электричества не было днем. А я спал, блядь.
Не знаю, GTA-ху, наверное, раз третий, что ли, прохожу. Пятую. И мне вот, что-то я вот когда сюжетку заканчиваю проходить, ну вот эти миссии за трех этих типов, прям, ну как-то хуй знает. Я просто в нее уже больше не захожу. Ты про какую, про пятую? Да. Ну, типа, пропадает ощущение, что мир какой-то вот, ну, наполненный чем-то. Все вот это вот, ну, то, что на тачке можно есть, и все это как-то похуй становится. Чел, я 11 лет сам поиграл на Сан-Андреаске. Сам? И у меня желание не пропало. Там, ну, там-то хотя бы реальные люди есть, они. Да, там совсем другое. Ну, то есть, Вовку тоже так же из-за этого играет, что тут люди есть. Был бы это мир мобов, нахуй, тут бы никто бы не сидел. Хотя бы не надо было фармить эту ебучую, сука, шею с кильдонаса, блядь. Так, короче, там челика нету. Ну, это самое, как обычно, там, я босса и Вилаша первую, ранник вторую. Цирк приехал. Ну и подлагал, блядь. Обнулил рекаунт, называется, блядь. Лупаните стрим кто-нибудь, а потом посмотрю Холиона. Надеюсь, я там не сдох, пока стрим включал. Бурябек то же самое, что и на Вен будешь делать, только без массакры. То есть перед 33% бабл прожмешь. Ой, блядь, захильте. Хорошенько хильте этот. Вот на мне две частицы, заебись. Вилашу не проебить. Он не зыбку дал. Сейчас готовься на Венус массакрой. Уже 37%. Готовься. 35. 34 нажимай. Все, теперь самое главное, удобно вставайте, чтоб танков всех доставали. Всех троих танков. И Вилаша поближе к нашим подводи, чтоб тебя доставали хилы. И нас двоих тоже. И все, и бьем спокойно. Рарник. Можешь массакру дать. Бурябек можешь массакру дать. Все, все последние прожимки отдаем. Хант — это самое снятие, как называется, блять, анестезирующий выстрел, нахуй, как называется, усмиряющий, блять. Усмиряющий. Есть на панели? Есть? Ага, давай, готовься. Красные метки выбегаем, от них рейндж, как на седре от синих.
Не с пульти босса только. Танки там слева-справа, там разберитесь, кто где остается. Ранний готов? Давай, это 4 Эвилаша. И рарник давай мастику, ага. А киса будешь свету дамажить. Так, первая, вторая пати во тьме. Третья, четвертая выходит в свет. В свету остаются хилы Геншин и Айновен. И Вилаша свет танчит. Так, подожди, тогда киса я тебя закину вот так. Хотя подожди, блядь. Ханта что ли убрать? Давай Акиса все-таки. А похуй там не надо. Хант, короче, на приколе, ты во тьме. Акиса, ты в свету. Поменял вас. Айновен и Геншин не заходите, просто стоите до третьей фазы. Остальные хилы Буребай, Бидон и Синтек во тьме до конца. Имейте в виду этот бидон, вот этот самый кружок, за ним смотри, как он стоит. Нет, а не забеги в лезвие, там выносить надо будет метки к стене, и в шарик, в луч не забеги, и на мне щиток держи, и хилю волну исцеления, там цепуха, волна исцеления, цепуха, волна исцеления. И Буребай тоже смотри, хорошенько хиль, чтобы я не сдох. Кто с самого начала АФК? А, Мистерио. Ну, вроде говорил, что уйти ему надо. Чё, рыбу поставишь? Что у вас уже случилось? Ну вот, Мистерио нет, возьмите вот бисер либо Хисторио. Хисторио или бисер тут? Я тут. Сейчас возьмем кого-то. Так, ну давай Мистерию уберем. Хисторию возьмем. Ставьте шкаф, сумоним Хисторию.
Че, починитесь там. Так, сейчас рыбу поставлю. Ешьте рыбу. Скажи, что мне во тьме надо бегать. Ты в этом... Ну давай, не надо, в свету бегай. Это самое, поели рыбу, слезьте с маунтов и встаньте вот в квадрат. Чтобы когда босс запулится, вы не оказались за стеной огня. Чек на пул. Малефицист. Все, не двигайтесь. Че, бьем? Перебегайте. Что за хуйня? У кого автодиспел? Локи петов убирайте, афлики, блядь. У кого это за лупа, блядь? И служи вы что, выйти совсем не можете? Или что у вас за хуйня? Вадикон синтека ресы. О, не надо мне, блядь. В смысле, не надо? Давай, блядь. ПС ресы. Ничего страшного. Похуй. Собак там уберите и вот этот автодиспел уберите. Синтек, пес, орезай. Перебегаем на ту сторону. Вы еще, сука, под пузом, под яйцами у него ровно встаньте, блядь. Чтоб вообще было заебись. С треугольника заходите. Это ты резнул ПЭС, а он зашел и сдох. Я понял. Я понял. Носок X2 получается, или что? Двигаемся, лезвие. Кружок быстрее отбегите. Не проебите меня, хилы, блядь. Я понял. Ложимся, падаем. Дыхание, блядь, было. Не, пелена, сумрак, это что, дыханешь? Да. Полумрак. Не, пелена. Ну, когда он дыхнул, все сдохли. Заходите в тьму, в инс не заходите, тело не покидайте. И Вилаша сдыхающий. Сними диван и сдохни. В инс не заходите, а то, блядь, игра вылетит у вас. Заходите. Все, теперь заходите. Рыба возле Дживса. СС у всех есть? Имя имен Вихторка есть СС? Да. Имя имен давай по бидону. Вихторка. Хуй знает нахуй. Как по кому хочешь, давай похуй, на кого бог пошлет. Заходите в квадрат, вставайте. Чек на пол. Иду запускать.
подальше станьте от босса. Не в красном кружке, а подальше от красного кружка. Вон как кружок стоит метка. Милики. Метеор перебежали. И быстрее бегите, хули вы стоите. Блять. Понятно нахуй. Вы чё, блять? Треугольника заходим. Так, начинаем двигаться. Бурябай. Чего вы прилипли к боссу? Готовимся, лезвие скоро. Фаза 1%. Три бомжа нахуй, ну пиздец. Вы совсем слепые? Я же сказал, зачем вы прилипли к нему? Вы кружок не видите? Вам стоит кружок, который не издыхает, нахуй. Короче, Акиса, Бесса, но стресс, нахуй. Третья, четвертая, напоминаю так, на всякий случай, вы должны сейчас цвету уже бить. Тьма, стоп, дамаг. 70 уже. Так, Акиса, давай Геру в свету. Бидон, выбеги из рейда, бидон. Метеор. Бидон. Метеор перебегайте. Только подъебало не беги. Убеги, уйдите отсюда, сука. Ну шарики, блядь, сейчас будут лезвия, нахуй. Вас сбреет всех бичей, блядь. Топ, адзин, блядь, я в ахуе. Бидон, нахуй. Для кого кружок ставится, нахуй? Вы совсем неадекватные, блядь. Давай во тьме Геру. А, бидона нету, нахуй, я понял. А, этот, призм, давай Геру, да-да-да. Ты как раз для этого тут и есть. Лужи, которые вы там разливаете, это вообще, это нахуй... Бабкам у подъезда рассказать, они, блять, обсмеют вас, нахуй. К стене лужи выносится, нахуй. Если еще раз объясняю. Если кто забыл, блядь. Стена это вон где фиолетовый огонь такой, нахуй. Давай хант выноси к стене. Хант лучше всех вынес лужу, блядь. Он метеор. Ее просто вынес. Цвету метеор там перебегаете, блядь. Перебегаете? Гурибай выноси. Вот эти круги не надо нарезать. Ты скинул лужу и беги к боссу сразу. Они вот эти крюки не надо там рисовать. А, хер. Какого говна? Плащ бис. Да, вот плащ крутой. Ну да, плащ крутой.
Хотел вам ГП въебать, но ладно, не буду. О, тапки для Бребека. Тапки. Че, 50%? Чешка. Ну хоть плащ хороший выпал. Вихторка 10%. Вадикон 100%. Так, сейчас ЕП дам. Завтра целка Гера, приходите. Будем ебашить. Ой. Целка. Я отнял 750. Всем спасибо, всем удачи. Бихер, а пойдешь на ТТГшку? Блять, сейчас уже нет, я что-то заебался после этого рта. Можете без меня собрать.